Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Boston Technic. Меня зовут Евгений. У нас на площадке в городе Ставрополь новое поступление. У меня за спиной трактор МТЗ-1523 2012 года выпуска. Сейчас подробнее его рассмотрим. Посмотрите на этого красавца. Трактор в отличном техническом и внешнем состоянии. Обслужили его полностью, готов к дальнейшей эксплуатации без аварийной. Навеска вся в идеальном состоянии, вон, без нареканий, без шумов, без вибраций. Потеков нет абсолютно никаких. Все работает. Резина остаточная, где-то остаток 70%. Передняя установлена абсолютно новая. Кабина с панорамными стеклами. Шикарно просто смотрится. Данный трактор относится к третьему тяговому классу. Шестицилиндровый двигатель установлен на нем с турбонаддувом. Номинальная заявленная мощность 155 лошадиных сил. Эксплуатационная 148 лошадок. На данных моделях устанавливается увеличенный радиатор с охлаждения, что обеспечивает работу двигателя без перегрева, жару, зной. Особенно это актуально для наших южных регионов. Давайте заглянем в кабину. Кабина в отличном состоянии. Аудиосистема присутствует. Не скучно работать будет оператору. Давайте его заведем. Так, 3346 моточасов наработка на данной модели. Заводится трактор отлично. Работает ровно. Друзья, как видите, данный трактор находится в отличном техническом и внешнем состоянии и ждет своего счастливого обладателя по адресу город Ставрополь, улица Коломийцева, 29. Очень много техники с наработкой. Будем рады вам, обязательно что-нибудь для себя подберете. Приезжайте к нам в гости.